Самарский флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией увидели даже из космоса и зафиксировали со спутника. Дату отмечали с размахом, к организации подошли нестандартно. На площади Славы студенты выстроились в слова «Самара-Крым», кадры, которые уже попали в историю с высоты птичьего полета. Посмотреть это зрелище собрались сотни горожан и гостей областной столицы. Участие в торжественном митинге принял губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Завершился флешмоб праздничным концертом. Ездим в Крым оказывать различную поддержку, помощь крымчан. Нас очень тепло приняли, все передавали огромное спасибо, привет. И очень рады, что мы приехали к ним помогать. Очень волнительный сегодняшний день. Я сейчас сама буду выступать. И очень рада, что Крым присоединился к России.